Доброе утро! Доброе утро, здравствуйте! Сегодня у нас воскресенье. Сегодня мы в нашей стране отмечаем День работников леса. Может быть, как никогда сегодня лес нуждается в защите и в охране. Поэтому сегодняшнюю передачу я начал в окружении работников Национального парка Лосиный остров. Лес – наше богатство. Но, впрочем, если мы заговорили о богатстве, это уже о нашей игре. Итак, я предлагаю вам сегодня, работникам леса, принять участие в нашем сегодняшнем тираже. Возьмите, вот, пожалуйста, из рук моей ассистентки номерки. И мы вместе с вами вернемся к богатству в 414-м тираже Всероссийской телевизионной игры лотереи «Русское лото». Ну, а игра наша семейная. И когда мы говорим о семейном очаге, тем более, что бабье лето, простите, женское лето заканчивается, и уже есть заморозки на почве. И, конечно же, когда мы говорим о семейном очаге, мы невольно думаем о том, что нам дает это тепло, и о тех, кто заботится о том, чтобы в нашем доме было тепло. Сегодня в нашей тиражной комиссии начальник Раменской эксплуатационной службы Горгаза Николай Владимирович Шемякин. Начальник производственно-технического отдела Ирина Николаевна Максимова. И техник производственно-технического отдела Светлана Геннадьевна Смирнова. Да, я тут чувствую, есть необходимость сказать вам несколько слов. Михаил Борисович, мы тоже желаем вам всегда тепла, света, и поэтому решили подарить вам скромный подарок. Пусть всегда на передаче «Русское лото» будут наши поздравления, наши пожелания, и всегда сопутствует вам удачи. Всего наилучшего. Семейная лампа, настольная лампа. Спасибо большое. Ну, а вас я прошу приступить к обязанностям членов тиражной комиссии. Внимательно осмотрите наличие всех номеров с первого и до последнего. Они вот так вот по спирали здесь выставлены. Можете потом переставить их в любом порядке. А я тем временем передам слово нашей компьютерной группе, говорит Диана Фадеева. 414-м тираже принимает участие 1 183 920 купленных вами билетов. Общий призовой фонд тиража составил 72 035 577 рублей. Ну вот, все ли в порядке? Все хорошо. Я сейчас подставлю наш игровой мешок. Вот. И теперь можно приступать к вращению штурвала, предварительно пожелав удачи всем, кто сегодня играет вместе с нами. Блестяще. Вы справились хорошо с поставленной задачей. Прошу вас за стол тиражной комиссии. Вас там ждут протоколы. Ну, а мы, естественно, обращаемся к нашему билету. Вот он, взгляните на него. На нем надпись «15 сентября 2002 года», канал РТР, радиостанция «Маяк». Глядя на этот синий, желтый, зеленый билетик, разве подумаешь, что по нему можно взять и после сегодняшнего тиража получить суперприз, джекпот? Джекпот составил 60 миллионов рублей. 60 миллионов рублей! И это почти 2 миллиона долларов. Вот эту сумму можно выиграть, если первые 15 номеров, которые появятся из этого мешка, окажутся в числе 30 номеров вашего билета. Тогда вы станете обладателем этой суммы 60 миллионов рублей. Ну
Ну а в конце игры вас ждет кубышка. В ней тоже накопилось немало. Итак, наша кубышка! В кубышке 1 735 473 рубля. Более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Ну, как всегда, к этому призу мы вернемся в самом конце нашей игры. А начнем по порядку. Итак, призовой фонд первого тура. 72 744 рубля. Это для начала. Итак, мы начинаем. Начинаем игру в первом туре. Будьте внимательны. Зачеркивайте в своих билетах. Номер 51. Номер 51. Номер 56. Номер 56. Номер 39. Номер 39. Номер 54. Номер 54. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 5. Ахиллесова пята. Номер 5. Игра продолжается. Номер 66. Валенки. Номер 66. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов 87 билетов имеют по 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. Первый тур выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, мы напомнили правила игры в первом туре. Итак, номер 34. Номер 34. В группе лидеров 149 билетов. Итак, лидеров стало больше. Кто выиграет? Номер 82, бабушка надвое сказала. Номер 82, стоп-игра. Стоп-игра! В первом туре выиграли 2 билета по 36 372 рубля. Поздравим! Бабушка надвое сказала и поделила призовой фонд первого тура ровно пополам. Я от души поздравляю вас, дорогие мои, те, кто ранним воскресным утром стал обладателем первой и второй половины нашего призового фонда первого тура. Ну, а игра в первом туре закончилась номером 82. Я знаю, что вы и отец, и одновременно продюсер певицы, которая сегодня будет завершать нашу передачу. Можете представиться. Меня зовут Иванов Сергей. Я являюсь генеральным продюсером продюсерского центра «Интрада Медиа». Ну что ж, замечательно. Сегодня мы познакомимся с Катей и оценим ее мастерство. Ну, а я рад, что вы не только у нас сегодня побывали на передаче, но и выполните очень важное дело. Вы вытащите по одному 4 бочонка из мешка. Игроки под этими номерами займут места за нашим игровым столом. Номер 74. Номер 74. Внимание. Внимание. После 9-го хода среди играющих билетов 18 билетов претендуют на розыгрыш денежного приза «Джекпот». Вот я теперь к вам хочу обратиться. Давайте попробуем осмыслить эту сумму. 60 миллионов рублей. Сейчас у нас есть претенденты на эту сумму, наш суперприз «Джекпот». 60 миллионов рублей, ну 2 миллиона долларов. Как вы себе представляете? С точки зрения продюсера, можно, наверное, что называется, в певца вложить такую сумму. Да, это хорошая сумма. И его уровень, как вы себе представляете, мы так можем себе представить уровень, который он может достичь, если такую сумму в него вложить. Николай Басков или это нет? Мало? Все, разговор окончен. Все, спасибо. Продолжаем. Тогда мы продолжаем. Номер 61.
номер 61. После 10-го хода 5 билетов претендуют на джекпот. И тем не менее, 5 билетов претендуют на этот приз. Пожалуйста. Номер 8. Номер 8. Игра продолжается. Вы удачливый человек. Дело в том, что номер 8 – это счастливое число нашей передачи. Близится наше 8-летие. 13 октября мы отметим наше 8-летие. 8 лет в эфире наша игра. И сейчас мои ассистентки вручат вам вот эти 8 билетов. Вы будете держать их в руках. А я, почему это должны видеть телезрители, а я всем телезрителям и вам в том числе напомню или просто расскажу тем, кто не знает. 13 октября, как я говорил, вас ждет грандиозный розыгрыш. До 300 миллионов рублей призовой фонд. Трехкомнатные квартиры в Москве. Суперпризы, автомобили Land Cruiser, джекпот, кубышка. Каждый 8-й билет выигрышный. Наш билет сегодня праздничного этого тиража стоит 50 рублей. Но он того стоит, вы сами поняли. Почему? И это билеты ваши, обязательно примите участие в нашем юбилейном тираже. Итак, последний игрок, который займет ваше место. Слушайте, вы удачливый человек. Номер 45. Номер 45. Игра продолжается. Дело в том, что адрес дирекции Русского лото — Ленинский проспект, дом 45. В течение 8 лет каждый игрок, который случайно вытаскивает этот бочонок из мешка, получает приз. Сегодня его получаете вы, и вам аплодирует студия. Номер 45. Ленинский проспект, 45. Счастливое число. Вы забираете этот приз, возвращаетесь на свое место. Вот, вам аплодирует студия, потому что вы вместе с призами уходите, берите, пожалуйста. А ваше место, естественно, занимает игрок под номером 45. А мы просим нашу компьютерную группу сообщить нам, каков призовой фонд второго тура. 124 704 рубля. Итак, мы продолжаем игру во втором туре. Я чувствую, для вас было настолько неожиданно, что вы даже забыли свои билеты. Да, ну что ж, хорошо. Как так у нас весело получилось. Ну что же, я вам могу только предложить свой билет. Вот играйте на это. Очень хорошо. Итак, номер 7. Номер 7. Игра продолжается. Игра продолжается, пожалуйста. Номер 88. Номер 88. Игра продолжается. Игра продолжается. Продолжайте ее вы. Номер 63. Номер 63. Внимание. Внимание. В 414-м тираже после 15-го хода джекпот не разыгран. Не разыгран джекпот сегодня. И мы радуемся этому не потому, что мы рады, что вы сегодня его не выиграли. Мы радуемся, что мы тоже в следующем тираже будем претендовать на этот приз. Надо только не забыть запастись билетами нашего следующего 415-го тиража. Кто не хочет претендовать на наш суперприз? 60 миллионов рублей! А мы продолжаем нашу игру. Вот вам. Вот вам уже и билет дали. Ну что ж, значит, все наладилось. Прошу вас. Номер 90, дедушка. Номер 90. Пожалуйста. Номер 84. Номер 84. Номер 37. Номер 37. Номер 3. Номер 3. Третье тысячелетие наступило. Третье тысячелетие с любимой игрой. 33. Номер 33. Кудри. Номер 33. Пожалуйста.
Номер 65. Номер 65. Номер 32. Номер 32. Пожалуйста. Номер 41. Номер 41. И вновь. Кот ваш. Ничего, отвлек. Номер 52. Номер 52. Пожалуйста. Номер 86. Номер 86. Вы не возражаете, если я перемешаю? Нет? Это очень нужное дело. Надо периодически так все-таки помешивать, помешивать. Номер 76. Номер 76. Вот ваш. Номер 28. 78. Номер 28. Пожалуйста. Номер 6. Родинка внизу. Номер 6. Так, вот ваш. На щечке родинка. Полумесяцем. Номер 89. И опять точка внизу. Номер 89. Так. Теперь вот ваш. Номер 27. Номер 27. Номер 69. Туда и сюда. Номер 69. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Второй тур выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, мы напомнили вам правила игры во втором туре. Вы волнуетесь или... Вы волнуетесь, ну что вы волнуетесь, билет у вас есть, карандаш есть, вы за столом, что волноваться? Ну что, все в порядке, пожалуйста. Итак, номер 36. Номер 36 по-прежнему лидирует один билет. Один билет. А вы не волнуетесь? Чуть-чуть. А чего вы-то волнуетесь? У вас вся жизнь впереди, что вам-то волноваться? Номер 72. Номер 72. Игра продолжается. Игра продолжается. Ну, я про волнение не спрашиваю. Здесь само спокойствие. Номер 70. Ровно юбилей. Номер 70. Лидирует два билета. Два билета. Есть предощущение удачи. Есть. Номер 78. Номер 78 лидирует 4 билета. 4 билета. Как вас зовут? Как? А что вы так об этом тихо говорите? Вы что, во всесоюзном розыске? Что так? Галина Михайловна, что? Галина Михайловна меня зовут. Очень хорошо. Номер 59. Номер 59 лидирует 7 билетов. 7 билетов. А тебя как зовут? Люба. Любочка. Давай, Любочка, голубочка. Давай, милая. Номер 18, Люба. В жизни раз бывает 18 лет. Номер 18 лидирует 11 билетов. Ты сколько лет, Люба? 16. 16. Ты еще даже не знаешь, что это такое. Вот. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. У нас для радиослушателей «Маяка» мы должны... напомнить следующее. Естественно, мы еще раз им должны напомнить и всем нашим телезрителям, что нам скоро 8 лет. 13 октября грандиозный розыгрыш. До 300 миллионов рублей призовой фонд. Трехкомнатные квартиры в Москве. Наши суперпризы. Автомобили Land Cruiser. Конечно же, джекпот. Кубышка. Каждый восьмой билет выигрышный. Стоит билет праздничного тиража 50 рублей, и он того стоит, это я вам говорю.
Ну и, конечно, другие наши тиражи мы тоже не будем забывать. 22 сентября 415 праздничный тираж. Через неделю золотая осень. Огромный призовой фонд, джекпот, кубышка, автомобили ВАЗ-2110. Это все по билету 415 тиража. Ну и мне хотелось бы напомнить, что 25 сентября в 17 часов выездной тираж в городе Элисте на стадионе «Уралан». Мы ждем вас в Элисте 25 сентября в 16 часов. В 17 часов наш второй выездной тираж в Элисте. Встретимся на стадионе «Уралан», столица Калмыкии, Элиста. Ну и мы продолжаем теперь. Продолжаем игру во втором туре. Вас зовут? Мурат. Номер 48, половину просим. Номер 48, стоп игра. Стоп игра, вот он победитель. Поздравляю. Во втором туре выиграл один билет. 124 704 рубля. Вот. Давайте поздравим хоть, Мурат. Давайте вместе поздравим. Поздравим, порадуемся за человека, который с вашей легкой руки только что выиграл всю призовую сумму второго тура. Вы, конечно, будете вознаграждены за это. Вот вам приз от нашей передачи. И, конечно же, сувениры получают все участники игры за столом. Я уж не говорю про того человека, который выиграл всю призовую сумму второго тура. Аплодисменты всем, кто играл за столом и выиграл во втором туре. Вы можете вернуться на свои игровые места. А мы, конечно же, приглашаем сейчас сюда игрока под номером 48. Вас зовут Тамара. Прекрасно, Тамара. 48, этим номером закончилась игра во втором туре. Значит, вы будете решать судьбу. Царица Тамара решает судьбу тех, кто попадет сейчас играть за стол в третьем туре. Пожалуйста, по одному бочонку из мешка. Номер 46. Номер 46. Вот ваше место, вот здесь вы играете. Вот Тамара, вас зовут? Дима. Дима, вот видите? Дима и Тамара, вот вы встретились за столом. Все очень рады этому. Номер 35. Номер 35. Номер 35 играет вот здесь. Пожалуйста, да. Вот, пожалуйста, к нам сюда. Видите, в этом смысле пути Господни неисповедимы. Вы видите, случайности в мире чисел много. Номер 30 ровно. Номер 30. Да, номер 30. И сейчас вы вытащите еще один номер, Тамара. Игрок под этим номером займет ваше место, и вы, попрощавшись с Димой, вернетесь на свое место. Номер 68. Номер 68. Прежде чем вы уйдете, значит, Дим, как, попрощайся с дамой. До свидания, хорошо. Вы сейчас вы получите сейчас приз. Это хохоламской набор с логотипом телевизионной игры лотереи «Русское лото». Мы аплодируем Тамаре. Ну вот, вы можете вернуться на свое место. Теперь это место законно ваше. Мы сейчас узнаем, каков призовой фонд третьего тура. 197 449 рублей. Итак, мы продолжаем игру в третьем туре. Ну, а продолжите ее, естественно, вы. Первый ход за вами. Пожалуйста. Номер 50. Полста ровно. Номер 50. Дима. Да, откликается. Хорошо. 21. Номер 21. Очко. Номер 21. Так, ход ваш. Номер 75. 7 пятниц на неделе. Номер 75. Так, теперь вы. Номер 58. Номер 58.
А вас зовут как? Зинаида Дмитриевна. Хорошо. Я Михаил Борисович. Номер 60 ровно. Номер 60. Дима. Номер 55. Перчатки. Номер 55. Так, я сейчас перемешаю бочонки, а вы мне пока скажете, как вас зовут. Отто Гельмутович. Отто? Гельмутович. Ну а что вы так как? Отто Гельмутович, а что? Ну а вдруг вы не выговорите? Я не выговорю. Главное, чтобы вы. Понимаете, да? Отто Гельмутович, нет ничего проще. Я долго учился. А? Долго учился. Ну ничего так. В принципе, я могу вас просто Отто называть, по-моему, возраст позволяет. Да, просто Отто. Хорошо. 64. Номер 64. Номер 64. А вас как зовут? Марина. Предельно ясно. Марина. Номер 40. Номер 40. Зинаида Дмитриевна, просим вас. Номер 42. Номер 42. Дмитрий. Номер 26. Номер 26. Пожалуйста, вот. Легко. Номер 24. День и ночь, сутки прочь. 24 часа. Номер 24. Так. Марина. Номер 19. 19 октября. На номер 19. Лицея. Зинаида Дмитриевна, милости просим. Ой, 11! Номер 11. Зинаида Дмитриевна, вы знаете, что это наше счастливое число? Нет. Что-что? Почему? А, ваш сын играет сегодня в нашей студии. Правда, что ли, да? Ну, встань, покажись, вот он, сын. Номер 11, хорошо. Замечательно. Это вдвойне счастливое для вас число, и для нас оно всегда было счастливым и остается, потому что это барабанные палочки, которые уже скоро 8 лет, как в руках у нашего постоянного ударника Александра Белоусова. Золотые барабанные палочки. Мы вручаем вам приз в знаменовании этого счастливого числа и продолжаем игру в третьем туре. Дмитрий. Номер 14. Номер 14. Дим, тебе повезло. Тебе, правда, не достался миксер. Да. Но зато тебе достался тостер. Да. Потому что у нас сегодня 414 тираж. Значит, сегодня число 14 счастливое. Ты его вытащил. И сейчас, кроме тостера, ты послушаешь, как за тебя радуются все, кто сегодня здесь в студии. Вот. Ну, а игра продолжается. Игра продолжается. Отто. Номер 15, пятиалтынный. Номер 15. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов два билета имеют по 29 совпадений из 30. Третий и последующие туры выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, мы напомнили правила игры в третьем туре. Марин, сейчас очень важно, кто из вас вытащит бочонок, номером которого закончится игра в третьем туре. Потому что это приз, и потому что его с нетерпением ждут денежный приз. Кому он попадет в руки, ждут телезрители. Итак, Марина. Номер 12, дюжина. Номер 12. Стоп-игра. Стоп-игра сразу. В третьем туре выиграл один билет. Один билет. 197 449 рублей.
Давайте поздравим. Не поскупимся на аплодисменты. Давайте поздравим человека, который недолго ждал от вас решающего хода. Вот появился первый билет, в нем было зачеркнуто 29 номеров из 30, и вы вытащили именно тот номер, который нужен был человеку. Представляете, он вас, Марина, запомнит на всю жизнь. Я очень рада за него. Да, вот давайте еще раз ему похлопаем, раз мы за него рады. Мы рады за вас. Марин, все игравшие за столом, естественно, получают сувениры от нашей передачи, возвращаются на свои законные места, продолжают игру. А это ваш вот фотоаппарат, это ваш приз. Приз, который вы завоевали тем, что сумели вытащить решающий номер в третьем туре. Вы можете рискнуть своим фотоаппаратом для того, чтобы сыграть со мной суперигру? Рискнете? Можно мужа спросить. Мужа спросить? Конечно. Муж говорит, давай, давай, Марина. Давай, может, что-нибудь в дом принесешь, Марина. Итак, Марина, посоветовавшись с мужем, решается на суперигру. Она может проиграть фотоаппарат, но зато может выиграть. Пока вот проверьте, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Забрасывайте эти бочонки в мешок. А Марина может, рискнув фотоаппаратом, выиграть. Если вытащит 0, мы с ней играем на магнитолу. Единица – это видеоплеер, 2 – видеомагнитофон, 3 – пылесос, 4 – музыкальный центр, 5 – вакуумный пылесос, 6 – телевизор, 7 – микроволновая печь, 8 – большой телевизор и 9 – это компьютер. Вот сейчас будем играть. Я перемешиваю. Вы вытаскиваете номер, который телезрители не зачеркивают, потому что мы просто с Мариной определяем, на какой приз будем играть. Это номер 5. И это вакуумный пылесос. Марина, ваш муж посерьезнел. Он не ожидал, что это будет пылесос, которому ему, может быть, придется теперь обрабатывать каждое воскресенье вашу квартиру. Итак, в одном из... Идите... Как муж зовут? Игорь. Игорь, идите сюда, будете помогать своей жене. Бороться за пылесос и за то, чтобы каждое воскресенье вам хорошо и удобно работалось. В одном из этих бочонков пустота, в другом табличка «Приз». Посоветуйтесь семейно, решите, какой вы выберете. Вы можете выиграть пылесос, можете проиграть. Семейный совет. Я левша, левый. А, вы левша. Понятно. Понятно, почему она так сторонится левой руки. Итак, вы выбрали этот. Ну что же, поаплодируйте, помогите им, трудно ведь. Мы делаем все возможное, чтобы не разрушить семью. Приз. Браво, 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 Марина. Браво, супруг. Вот второй-то был пустой. Вот так, с левой руки... С левой ноги идите по жизни вместе, пусть вам сопутствует удача. А сейчас вам пылесос принесут. Я недаром говорил, что вам теперь придется каждое воскресенье после нашей передачи пылесосить квартиру, вспоминая, какую ошибку вы допустили. Спасибо. Я вас от души поздравляю. От души поздравляю. Сейчас мы продолжим нашу игру. И вместе со мной в четвертом и последующих турах играет Катя Иванова. Катя, ваш продюсер и отец оказался очень удачным. Я надеюсь, так же удачно сыграете вы с нами. Итак, по одному бочонку из мешка мы продолжаем игру в четвертом и последующих турах. Номер 16. Номер 16. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 62. Номер 62. Выиграл один билет 197 449 рублей. Вы послушайте, какая сумма! Это серьезно. Номер 71. Номер 71. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 1. Номер 1. Выиграли 3 билета по 86 600 рублей.
номер 79. Номер 79. Выиграли 3 билета по 96 993 рубля. Номер 57. Номер 57. Выиграли 3 билета по 96 992 рубля. Немало. Номер 31. Номер 31. Выиграли 3 билета по 103 921 рублю. Номер 83. Номер 83. Выиграли 8 билетов по 38 970 рублей. Номер 38. Длина удавов попугаев. Номер 38. Выиграли 6 билетов по 51 960 рублей. А ведь это тоже немало. Номер 4. Номер 4. Выиграли 7 билетов по 44 538 рублей. Номер 22, утята. Номер 22. Выиграли 35 билетов по 10 095 рублей. Номер 10. Номер 10. Выиграли 44 билета по 6 613 рублей. Аганька, это счастливый номер. Счастливый номер. Сейчас вы получите 2 билета на грандиозную премьеру. Дело в том, что автор нашего оформления, художник-дизайнер Борис Краснов и Ирея Туму-Банк в рамках проекта «Бродвей в Москве» представляет один из самых шикарных американских мюзиклов «42-я улица». 10 октября, именно поэтому число 10 это счастливое, на сцене Московского дворца молодежи, специально реконструированного для этого мюзикла, пройдет эта грандиозная премьера. Я лично уже запасся билетами. Как вы? Я тоже. Вы тоже? Это такое совпадение. Блестяще. Давайте тогда с вами решим. Вот эти 2 билета. Прямо. Да? Кому-нибудь из сидящих здесь зрителей. А давайте мы так разыграем для зрителей, чтобы интригу сохранять до конца. Последний номер, который появится из мешка, станет обладателем, этого номера, станет обладателем этих 2 билетов. Вы не против? Блестяще. Играем, следите, какой номер будет последним. Итак, мы продолжаем игру. Номер 25. Опять 25. Номер 25. Выиграли 95 билетов по 2187 рублей. Номер 77, топорики. Номер 77. Выиграли 136 билетов по 1528 рублей. Номер 67. Номер 67. Выиграли 157 билетов по 1986 рублей. Игра идет вширь. Номер 80. Бабушка! Номер 80. Выиграли 340 билетов по 917 рублей. Вперед. Номер 17. Мгновение весны. Номер 17. Выиграли 480 билетов по 649 рублей. Номер 49. Номер 49. Выиграло 1005 билетов по 310 рублей. Номер 20 ровно. Номер 20. Выиграла 1545 билетов по 202 рубля. Вперед. Номер 81. Бабка с клюшкой. Номер 81. Выиграли 2415 билетов по 215 рублей. Итак, я прошу предупредить нас о последнем ходе. Номер 47. Номер 47. Выиграл 4391 билет по 142 рубля. Продолжаем. Номер 9. Точка внизу. Айвазовский, 9 вал. Номер 9. Выиграли 6849 билетов по 129 рублей. Так, Катюш, вперед. Номер 44. Стульчики. Номер 44. Выиграли 10249 билетов по 126 рублей. Последний тур разыгрывается. Итак, последний тур. Сейчас решающий момент не только
для тех, кто в студии ожидает, кому достанутся два билета на американский мюзикл «42-я улица», и еще и телезрители. У многих один номер остался незачеркнутым в билете. Сейчас кому-то вы принесете удачу, увеличив число своих поклонников. Итак, номер 85. Номер 85. Выиграли 14 706 билетов по 120 рублей. Игра закончена. Призовый фонд разыгран полностью. В мешке осталось 8 бочонков. Итак, прежде чем мы подведем итоги нашего сегодняшнего тиража, Кать, вручите, поскольку вы тоже участвуете в этом, вручите. Как вас зовут? Константин. Отлично, Константин. Вы получаете два билета. 42-я улица, 10 октября, Дворец молодежи. Увидимся на американском мюзикле. Мы аплодируем счастливчику. Катенька, вы готовитесь к исполнению музыкального номера, а мы подводим итоги нашего сегодняшнего тиража. Тем более, что на этом еще наш тираж не закончится. Я прошу проверить пуст ли наш мешок и передать его в нашу тиражную комиссию. Следом отправятся туда следующие бочонки. Номер 2, номер 13, номер 23, номер 29, номер 43, номер 53, номер 73 и номер 87. Итак, 2, 13, 23, 29, 43, 53, 73 и 87. Как там наша кубышка? Кубышка разыграна. Разыграна кубышка. Более 1 735 000 рублей. Я поздравляю. Но на этом игра-то не закончена. Сейчас мы проводим специальный розыгрыш для Уральского федерального округа. Со мной играют работники леса. Сегодня вместе со мной играют те, кого я с удовольствием вам представляю. Работники Национального парка Лосиный остров, первый заместитель директора Марк Сергеевич Шапочкин. Заместитель директора по охране природы Артем Алексеевич Сергеев. Лесничий Мытищинского лесопарка Владимир Михайлович Соболев. Я вас прошу вот сюда, если вы хотите поздравить своих коллег, я буду очень рад. Я коротко. Мне хочется поздравить всех работников лесного хозяйства с профессиональным праздником, пожелать им здоровья, успехов в трудной работе на благо нашего российского леса. Ну что же, мы присоединяемся к этим поздравлениям. Конечно же. Я прошу вас очень важное дело сделать для Уральского федерального округа. Там специальные билеты. Проверьте наличие номеров 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я подставляю наш игровой мешок. А вы открываете задвижку. Вот все 10 бочонков у меня здесь. Прошу вас подойти ко мне поближе. Трое вышли из леса и подошли ко мне близко. Итак, я прошу обратить внимание, что на билетах Уральского федерального округа персональный 7-значный номер. Первые 3 цифры сошлись в номере. Итак, 4-я цифра это будет... Причем я хочу напомнить, что если хотя бы одна цифра в номере вашего билета совпадет с теми, которые сейчас появятся, последние, две последних, 3 и 4, то вас ждут денежные призы. Итак, 4-я цифра в номере вашего билета – это 5. Номер 5. 5 опускаю на место, потому что, естественно, все может и должно повториться. Так, теперь к вам. И вновь 5. Вот видите, как получилось. Номер 5. Да. 5 еще раз опускаю. И к вам. 3. Номер 3. Номер 3. И последняя цифра, последняя в номере, и последняя. Ну, давайте вам. Номер 9. Номер 9. Итак, в 3-м Уральском федеральном розыгрыше выиграли билеты, чьи номера оканчиваются цифрами 5, 5, 3, 9, выигрыши по 2548 рублей. Номера билетов, оканчивающиеся цифрами 5, 3, 9, выигрыш по 287 рублей. Номера билетов, оканчивающиеся на цифры 3, 9, выигрыш по 84 рубля. И номера билетов, оканчивающиеся цифрой 9, выигрыш по 60 рублей.
Ну что же, поздравляем тех, кто выиграл в специальном розыгрыше. А вот я вижу, что мы еще должны... Сувениры. Спасибо большое. Вот, спасибо вам большое. И здесь вот такие, естественно, календари. Вот я хочу, чтобы все увидели. Большое вам спасибо. Хорошей вам работы. Пусть лес останется местом отдохновения нашего. Так хочется. Мы так любим лес. И я очень рад, что вы сделаете все для того, чтобы сберечь его. Давайте поаплодируем всем, кто сегодня стоит на страже леса. Ну, а наш сегодняшний тираж подошел к концу. И я с удовольствием вам представляю Катю Иванову. Объяснить.